Может быть, и зря. Из этого владения вдруг момент получится. Слава Пиваева. Гол! Или нет? Нет, судья разводит руки. В штангу попадает шайба. Оказалось, сейчас будет гол. Атака 3 в 1. Это Дэн Секстон. Гол! Вот это да! Как все повернулось за несколько секунд. Не забил свой шанс Салават Юлаев. И все, Мецола не мог выручать весь матч. И у Секстона мы же знаем, какой блестящий кистевой бросок. Еще раз смотрим эту атаку. Здесь мы видим, Салават Юлаев не забивает. Это бросал Саккари Манинен.